Скажи, какой самый мощный подкат в твоей жизни был? Ой, ну, слушай, для меня вот это вот слово «подкат» — это, мужчины. Это, наверное, такое больше про пикаперов. Но какие игрушки? Кукла Барби, кукла Кен, их дети, конечно. То есть понимаешь, да, как продумано? Как ты считаешь? Да, Настюш, я с тобой абсолютно согласна. Девочки — это больше про творчество, про дом, про уют. Итак, возвращаясь к теме нашего разговора «Любовь на карантине». Удивительный факт, но согласно статистике, в период карантина процент регистрации новых анкет и продолжительность использования сайтов знакомств, наоборот, возросла. Надо ли придерживаться каких-то классических традиционных сценариев, или современные девушки более открыты в этом плане? Как ты считаешь? Мужчины — врожденное качество достигаторства. Я считаю, что мужчинам право быть победителем, а не завоевателем, нужно оставить. Это Мегаполис FM, с вами Анастасия Галахова и наша гостья Екатерина Селякова.